Аллах шахид. Аллах свидетель. Чигагой, зумунг с маки с вазахи. Они выжигают нашу землю огнем. Ничего. Мы будем тушить ее их кровью. Товарищ капитан, ну что у нас сегодня? Плановые облеты или по наводке? Что пакуем-то? Знание умножает скорбь. Древние говорили. Чё? А паковать будем то, что Бог даст. Братцы, давайте сыграем по-крупному, а? Ну делайте ставки, господа. Я говорю, стрелковая. Продукты питания и лекарства. Чего? Так, Мануилов, чё спим-то, а? Давай на сигареты сыграем. Ну, а вдруг выиграешь, нам с товарищем капитаном пачку отдашь. А давай поспорим, что этот джигит даже не курит. Ничего, скоро закурит. Этим грузинам все спорить и спорить. Снаряды реактивные, 100%. Вах. Да говорю вам, мины повезут. О, щука включился. Ну чё, кто следующий? Алло, чё скисли-то? Мануилов. Мануилов! В разведке каждое мнение учитывается. Даже твое слабо. На что ставишь-то? А он ставит на то, что духи цистерны с лимонадом Буратино повезут. Так, все, заканчивайте это спортлото. Товарищ капитан, ну вы же сами по две пачки в день шмаляете. Я сказал отставить игры на ставки. Есть. Цинки с патронами паковать будем. Я в доле. Цинк с патронами. Цинки с патронами, духи повезут. Цинки с патронами, духи повезут. Цинки с патронами, цинки с патронами, духи повезут. Цинки с патронами, духи повезут. Опа. Группа, внимание. Готовность 5 минут. Милостивый государь, шею-то подхватили. Так спальники-то трофейные. Прошу. Ой, да. Не желай многого. Древние говорили. Да уж. Башки чекан, на кого скоро? Не ругайся. Что голову попадет, глаз увидит. Да у нас гости.
караван. Не караванс, а бабайс. Фишка Бобро, вижу караван. Принял. Наблюдаю. Караван. Товарищ майор. Товарищ майор. Дозор на связи. Есть караван. 8 вьючных. Около 40 охраны. Расстояние 300. Группа к бою. Караван. Щукин. Казанов, караван. Это Мастась, все ненужные. Прими дозорного по-тихому. Есть, принято. Группа, внимание. Работаем по Щукину. Товарищ старший лейтенант. Караван. Бухов. Ты на связи. Работаешь минами по первой отметке, понял? Бухов! Слышь, придурок. Ладно, я пошел, прикроешь. Кнопку раньше времени нажми. Всадник мой. Смотри, не промахнись, Щенгачкук. Достал уже. Ну-ка, сыграй ему на нашей флейте. Давай. Смотрим караван, собираем трофеи. Все. Кончилось. Наши за трофеями пошли. Цинки с патронами духи привезли. Цинки с патронами. Бухов чемпион. Часики.
Братва, цинки с патронами пакуем. Так что по две пачки нам с товарищем капитаном скидываемся. Ты оценил, Бухов? С профессионалом играешь. Товарищ капитан, вы как в водку глядели. А товарищ капитан никогда не ошибается. Духи привезли, цинки с патронами. Бухов, не довезли. Лучше ты курил, чем пел. А? Займись делом, Бухов. Дай. Как группа? Группа в порядке. Потерь нет, собираем трофеи. Что с рукой? С рукой? Нормально. Мануилову помогите. Ара, Мануилов, выходи, блядь, все закончилось. Послушай дядю Армения. Бух, часики закишь? Монтана. Ну. 16 мелодий. Угу. А это что? Чу-чу-чу. Да. Часы дарю. От чистого сердца. Дешевка китайская. Петр, связь с базой. Караван приняли. Потери нет. Пусть вызывают вертушки. Есть. На связи, слышу вас, 732. Сережа, гостиницы получены. Просим воздух. Квадрат 15-257. Принято. 732, квадрат 15-257. Анюта, если опоздаю на концерт, займи местечко около себя. Да? Связь закончена. Петерс, что вы воздух? Вертушки на подлете. Старшой! Дымы! Анюта! Анюта! Что, завяли Анютины глазки? Ну ты же их не поливаешь, Петерс! Их поливать надо, чтоб не завяли! Мой обожаемый друг, интеллектуал и знаток женского сердца, ефрейтор Бухов. Пшел ты! Понял. Ослов-то за что? Ослов? Ослы, дух съедет транспорт. Ничего не поделаешь. Жалко их. Жалко, вы пчелки. Если мы их не завалим, они завтра на них РСы повезут, из которых тебя обстреляют. Или мины, на которые ты наступишь. Жалко. С Боевым крещением, Манулов. Печаталась на 3 года вперед. Пальцы вон все синие. Надо машинку электрическую. Ага, где ее взять? В Кабуле разве что. А ты у зама по тылу попроси. У него попросишь. Он только про мужские машинки думает. Про газы 66-е, Уралы. Про женские ему не заикнись, пошлет. Не то, что зам палит.
А он, между прочим, интересный мужчина. Я бы с ним закрутила. Чек, голова еще не кружится? Нет, не кружится. Один раз живем. Приедешь в союз с старухой. Кому будешь нужна? Почему старухой? Сморщишься здесь под этим солнцем долбанным. Трупы, калеки. Здесь у женщины год не за два, а за пять идет. Поэтому и с мужиками надо в пятикратном размере. Не ври. Всем нужен один единственный. Скажи, ты хоть когда-нибудь любила? Много ты понимаешь, психолог. Прости. На концерт идешь? Или смена у тебя опять? Не знаю. Ну, давай колись, кто приезжает. Вам связистом первым сорока на хвосте приносит. Ну, певица какая-то молодая, цирковые артисты и чтец. Ёпарсеты. Вот ко всем Кобзон, Розенбаум, а к нам чтец. Самсонова! Да иду я! Не вздохнуть, не продохнуть. Оль! Манойлов. Как идет обучение? Здравствуй, Мархан. Здравствуй, мой друг. Проходи, проходи. Присаживайся. Что это? Подарок. Мне? Конечно. Какая красота. Иди посмотри. Хорошо, сейчас вернусь. Здравствуйте. Что-нибудь случилось? Разрешите обратиться к господину советнику, полковник. Обращайся. Фарид. Фарид. Здравствуйте. Вы знаете, что это? Да, конечно. Это SA-7 Грааль Эджипт. Да. У советских эта установка называется «Стрела». Они начали выпускать ее 15 лет назад и хорошо знают, как от нее защищаться. Они полностью контролируют небо Афганистана. Мне это известно. К тому же в комплекте с ракетой он весит 15 килограмм.
Да. Тяжеловат. И что вы предлагаете? Стингеры. Нам нужны стингеры. Надир. Все нормально. Я понимаю. Мы думаем сейчас, как это сделать. Я знаю, чего вы опасаетесь. Уверяю вас, ни один стингер не попадет в руки советов. Это невозможно, клянусь. Давайте еще немного подождем. Я терпелив. Терпелив и мой народ. Но каждый день терпения уносит чьи-то жизни. Ты свободен. Извините. Какая дерзость. Махмуд. Я приношу извинения за него, советник. Все нормально. Он прав. Но я не сказал ему, что первые два комплекса уже прибыли на вашу базу. И испытания мы поручим именно ему. Вот как? Да. С моей базы? Да. Уверяю вас, скоро в небе над Афганистаном все изменится. Я обещаю. И да поможет нам Аллах. Воины, в 3 километрах отсюда застава Шурави. Мы ее обстреляем из пулеметов. Застава вызовет вертолеты. Мы выведем вертолеты сюда под выстрел. Задача ясна. Береза, Орлу шестому, вас слышу. Береза, Орлу шестому, вас не слышно. Прием, прием. Товарищ подполковник, 7-18, экстренный выход Орла шестого. Находимся под обстрелом, нуждаемся в помощи, связь прервана. Так точно. Совсем обнаглели! На джипах в открытую подкатились и жахнули из пулемета! Вы их там по скалам размажьте! Понял, товарищ подполковник! Давай! Обходим облачность. Тянем, потянем, а вытянуть не можем. Ремка крепко. Дед за репку. Бабка за... За кого там бабка-то? А, ну за да, за девку. Помнишь сказку? Чё молчишь? Я эту сказку своему сыну по вечерам читать буду. Ты думаешь, сын родится? А как же, конечно, сын. Ну, и никак иначе. Жена написала, что уже толкается. Локтями, наверное. Ну, если толкается, это хорошо. Боевой. Военным будет.
Хорошо тебе. Скоро отпуск. Когда ж мы отсюда выйдем? Да скоро, скоро. Они скоро замирятся. Ой, не верится мне. Драки подушкой, говорят, сдушили. А мина наши грохнули. А Гармаль вообще в Москву убежал. Теперь мы уйдем. На Джибулу точно скинут, факт. Ну, мы уйдем, другие придут. Так всегда бывает. Так, внимание, подходим к точке. Они уже здесь. Аста! Гони! Правда! Гони! Командир, вижу цель. Так. Духи. Две машины. Атакуем. Мне первая, ведомому вторая. Здравия желаю. Простудились. Под афганским солнышком думаю, что поправитесь. Да и горный воздух, я надеюсь, всем пойдет на пользу. Садитесь. Где стингеры? Разведка, жду доклада. Товарищ генерал-полковник, товарищи офицеры,
По данным разведки, на территорию Афганистана на сегодняшний день поставлено около 400 комплексов. Путь передвижения засекли? Не удалось. Все было проведено предельно тайно. Тайно. А теперь явно. 400 наших вертолетов могут быть уничтожены противником. Да, товарищ генерал-полковник. К сожалению, средства нашей защиты устарели и на данный момент являются неэффективными. Угу. Считаю необходимостью захватить комплекс или чертежи. Для этого мы прекращаем полеты и останавливаем войну. Да? 24 часа проспали. Вам этого мало? В каком районе они хотя бы находятся, эти стингеры? В квадрате 14-32. Кто за него отвечает? Товарищ генерал-полковник, за квадрат 14-32 несу ответственность лично я. Новиков, почему до сих пор тобой ничего не сделано? Товарищ генерал-полковник, я как раз сегодня хотел представить вам подробный план операции. Долго думаешь? С твоими способностями стингер мог уже лежать здесь, на столе. Виноват, товарищ генерал-полковник. Выполняй приказ. Так точно. Всю местную агентуру на уши поставь, но информацию добудь. Точность прицела зависит от тебя, разведка. Есть. Звезда Героя Советского Союза тому, кто первым захватит комплекс. Поймите, для нас это очень важно. Для всех нас. 7 лет мы господствовали в небе, а сегодня наши летчики боятся летать. Боятся летать! А кроме нас, их никто не защитит. И вот еще цензура остановила одно письмо. Вот. Это пишет наш боец из Афгана своему другу. Знаете, что его больше всего волнует? Что он живет с матерью в Волгограде в маленькой комнате. И что гроб с его телом может там не поместиться. Вы понимаете, что пол армии живет сегодня под куполом страха? Мы должны переломить эту ситуацию. Новиков, лично от вас я жду результата. Так точно. Все. Идите работать. Мараф, но особо. Мако, то ли пейся, разбиться, что на фургонке. Я прошу тебя лично сопровождать караван со стингерами, который пойдет по маршруту Оджри-Черикар. Ты знаешь это направление? Конечно. А Шурави пусть думает, что караван пойдет восточнее, через Шинколь и Усвали. Я знаю, как им подбросить эту информацию. Отлично. Значит, Шинколь, Усвали. На подготовку один день. Да поможет нам Аллах. Аллаху Акбар. Товарищи офицеры, прапорщики, бойцы, сегодня мы рады приветствовать у нас в гостях молодую, подающую надежды певицу. Поприветствуем! Танечка на сцену, Танечка, Танечка. Что такое? Что? У меня к вам просьба. Вы нашу певицу определите на ночь к девушке. Ну, чтобы не было там всяких разных недоразумений. Да о чем вопрос, товарищ артист? Определим, охрану выделим. Любимый город, как говорится, может спать спокойно. Спасибо, боец. Давай. Она называется «Я с тобой».
Если бы мы были птицы, нам было б некуда лететь. Ночь размывает границы, чтобы в глаза твои смотреть. Но в небесах отражаясь, мы остаемся на земле. К трубке щекою касаясь, я буду думать о тебе. Поверь, если дождь поселился в окне, если крылья сгорают в огне, ты глаза на минуту закрой. Я с тобой, я с тобой. И когда наши строки пусты и горят за спиною мосты, в светлом небе последней звездой, я с тобой, я с тобой. Тени разбуженных улиц пересекают наш маршрут. Ветер нас губы целует, и в старом парке листья жгут. Если бы мы были птицы, нам не сжимало в сердце грусть. Птица с землею простится, а я с тобою остаюсь. Поверь, если дождь поселился в огне, если крылья сгорают в огне, ты глаза на минуту закрой. Я с тобой, я с тобой. И когда наши строки пусты и горят за спиною мосты, в светлом небе последней звездой, я с тобой, я с тобой. Ну чё, джинсы подошли? Подошли. Хорошо. Шарп три семерки где? Будет. Когда? Через неделю будет. Ну вот через недельку и будет. Так, прапорщик, разговорчики отставить? Слушаюсь. Ты там поосторожнее. Платье импортное. Куплю. Куплю я тебе платье. Еще. Одну. Тихо. Ну чего ты испугался? Не заметит. Продолжай. Продолжай. Не отвлекайся. Что ты?
такое жжет! Что, Стреликов? А? Что, духи, да? Да не знаю, духи. По-моему. Я просто не вздохнуть, не... Шарп себя. Да какой шарп, а? Это кто был? Бухов. Здравия желаю. Полковник Новиков. Так точно. Капитан Хасанов. Как долетели? Прошу вас следовать за мной. Прошу. Можно воды? Просто воды? Просто воды. Ольга, принесите воды холодной полковнику. Укачалась с непривычки? Вот водичка родниковая. Петр Степанович, а у нас обед уже почти готов. А вы что предпочитаете? У нас очень хорошо готовят. Баранина на косточке, джалалабадские гранаты. Обед подождет. Хорошо. Пока только один вопрос. Вы подобрали командира группы? Майора Ковалков. Дерзок, умен, смел. За 6 месяцев 7 забитых караванов. 2 правительственные награды. Дышно у вас. Что у вас, подполковник? Вместе с этим майором где-нибудь на свежем воздухе. А пока я, с вашего разрешения, поработаю здесь у вас. Господин советник, ваш путь достаточно опасен, доктор. Это мой долг, советник. Пусть я просто сопровождаю караван, но это мой джихад, это моя война. Думаю, нет нужды говорить, что в случае столкновения с русскими, вы должны будете уничтожить установки. Мы это сделаем, даже если для этого понадобится умереть. Умереть во имя Аллаха – для нас высшая честь. Иного ответа я не ожидал. Погрузка стингеров закончена, советник. Отлично. Как там у вас? Да поможет нам… Да поможет нам Аллах. Разведка получила приказ командования захватить образцы комплекса и переправить в конструкторское бюро. Караван пойдет мелкими партиями. Духи разобьются на небольшие группы. Наша агентура сообщает, что один из таких караванов пройдет в стороне от обычных маршрутов. Время прохождения тоже неизвестно. Единственное, что не вызывает сомнений, это то, что охраняет караван отряд доктора Надира. Слыхали о таком? Да. Известная личность.
Нужна доразведка. Надо брать языка. Группе потребуется время для подготовки. Делайте все, что нужно. Через час доложите план. Чабок, чабок. Дай вахлад. Газай. Жер, жер. Вахлад. Дай вахлад. Андрей, жер. Прежде чем вы вступите в священную войну с неверными, я хочу сказать вам, что каждый из вас должен помнить, что это ваш долг перед Аллахом. Если вы не выполните свой долг, попадете в ад. Так идите же и умрите за нашу веру. У вас ничего не осталось. В этом виновны русские. Освободим Афганистан от неверных. Да поможет нам Аллах. Пока все идет по плану. Кто-нибудь из них наверняка побежит к русским. Пусть думает, что это и есть тот караван, который перевозит стингеры. Да поможет нам Аллах.